Да, и каждый, кто хочет, может зайти и записать имя своего погибшего близкого человека. Разрешили людям вписывать еще имена своих близких. А теперь все вместе. Хавана кила, хавана кила, хавана кила, венишва. Пили все? Дух перевели? Да. Как розочки вы все, цветущие. Красный. Как цветочек. Инна, ты не входишь в фотографию. Я могу только занять твое место. К сожалению, во время войны было очень много уничтожено, во время Холокоста очень много уничтожено евреев венгерских, уничтожено синагог. И большая синагога, которую мы уже посмотрели сегодня снаружи, была тоже частично разрушена. Около 40, потому что их всего 20, вы можете себе писать. Они распределены по всему Будапешту. Адойной цевой смелоколго расковой до. Мой сон барух юмиру, олейну лешабия, Он очень доволен этим городом, как называется в немецком, фасцинирует, в восторге от города. И он там выполнял функцию военного раввина. Феликс und seine Frau Heide, wir kennen die beiden, aus der Synagoge, hat seinen Geburtstag. Er ist ein Jahr jünger geworden. Jünger geworden. Genau. Felix hat den Geburtstag моложе. И мы кряхтим, когда ходим, к Феликсу кряхтим, нам всем место уступало в автобусе, а Феликсу ни много ни мало 83 года. Он и родился Феликс накануне Рош ха-Шана. У нас скоро тоже будет Рош ха-Шана, мы будем отмечать Рош ха-Шана. У нас в группе, in unserer Gruppe gibt es auch Владимир Давыдов. Liebe Gemeinde, vielen, vielen Dank
war für mich ein großer, freudiger Tag. Это семь предводителей вентерских племен. Это военачальники, потому что семь древних племен притопало сюда в конце 9 столетия. Перед Карпатами они заключили договор на крови, то есть дали общий анализ крови в одну чашу, все это размешали, выпили и выбрали одного князя Арпада. Вот он, с левой стороны, самая первая фигура. Комплекс. Стиль Барокко.
Смотрите, напротив нас на вершине дама с граблями. Министр сельского хозяйства. Вот он. Почему бы здесь не основать музей сельского хозяйства? Нотариус и сегодня все записывает. Это латинское слово. И в 1200 году этот человек окончил написание первой исторической летописи на латинском языке, которая называлась «Gesta Hungarorum». Люба, большое желание загадали. Рестораны, бутики, более того, различные галереи, музеи.
говорю, за все время только одна балка из вас. Thank you.
Что это? Сыр. Попробуй, я тебя прошу. Как вам наше путешествие? Очень прекрасно. Прекрасно. Отлично, отлично. Все хорошо. Все отлично. Город прекрасный. Все. В целом интересно. Очень интересный город. С незабываемыми домами. Что меня, меня потряс просто Будапешт. Своей красотой, необыкновенной совершенно архитектурой. Ну, потрясающе просто. Все хорошо. Почти.